Ну, не знаю, слышно или не слышно, да? Тут это и вороны, и тревога, и все сразу. Да, ну там особо не видно, я хотел ворону показать. Это ничего особо не покажешь. Пошли. Да. В городе они гавкают. На вот эти завывания гавкают. Ну хорошо, что хоть не воют. Гавкают в квартире. Так что, а так, в принципе... Ну да, те, которые психологию животных, если читали, то там это раздражающий очень фактор. Да. Это раздражающий фактор, от того они и воют, и гавкают на это все дело. Ну, то есть, они вот это очень хорошо реагируют на всякие выбухи и так далее. И братуха ее тоже, вот этот, тоже реагирует на это все дело не очень хорошо. Так что другим по барабану из-за того, что они молодые. Ну, и они живут же в коллективе, и получается, что... смотрят друг на друга, как там все происходит. Да, Машуся такая. Да, Ритуля, Плюшенька. Пошли.